Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Крутые пушки, много монстров, мы в Думе, друзья. Всем привет, с вами Спикер, продолжаем наше кровавое приключение. Так, у нас есть новая пушка, ух ты да, давненько не было, плазменное ружье. Это что-то уже мистическое. Хорошо, у нас есть задание, нужно отключить три фильтра и уже остановить плохих ребят. Открываем шлюз и выходим снова на поверхность. Мы снова на поверхности. Это, походу, у нас ворота в ад. Хорошо, у нас есть три отметки и понеслась потеха. Что у нас? Это что такое? Интересно, ну-ка посмотрим. Нужно найти, конечно, нам побольше припасиков. Здесь проходик и есть... Ох, есть бронь. Это дело мы, конечно, соберем и посмотрим, что это за отметочка. Мне довольно интересно. Так, мы не пройдем. Нужно подняться как-то выше. Тут у нас ничего нету, хотя есть у нас припасики. Максимально уже бронь. Давай-ка наверх. И мне нужен новый монстр, чтобы проверить уже плазменное ружье. Долетели нормально. Это что такое? Что-то мистическое. Обойдем. Хорошо, нужно... Ох, у нас здесь взаимодействие. Посмотрим. 1, 2, 3, готово. Где наши монстры? Наши монстры появляются и гасим. Как не очень-то они быстро умирают, скажу вам. Мы убиваем монстра и плюс 4 секунды. Ну, в принципе, мы успеваем. Реально успеваем все. Нужно как-то поточнее маленько стрелять, конечно. Все нормально, плюс 2 секунды всего лишь. Давай на добивание. О, плюс 4 секунды. Это довольно весело. Так, нужно 15 метров уничтожить. Он готов. Давай-ка в рукопашку уже. 5 секунд. Осталось всего лишь у нас 7 монстров. Нужно еще уничтожить. 5 секунд. У нас реально проблема. Проблемки появляются. Добьем его. 7 секунд. Мы реально успеваем. Интересно, а с какой можно сделать результат здесь? На добивание. 7 секунд. Готово практически. И осталось, кажется, последний. Осталось 2 монстра еще. Этого берем и последнего. Нет, у нас реально очень много монстров. И мы завершим. Дальше, у нас нужно 3 фильтра найти. Их отключить. Так, соберем припасики и пойдем дальше. Так, 200 метров у нас получается в ту сторону. Нужно двигаться. А у нас есть проходик, и нужно, видимо, наверх. Нет, 2 секунды мы тут не пройдем. А вот проход у нас есть. Здесь как-то реально не пройду. У нас, по идее, есть мост, но у нас там закрыто. Хорошо, пойдем в эту сторону. Я вижу первых монстров, но они, кажется, просто сбежали от меня. Это какая-то ловушка, кажется мне. Так, можем пройти здесь? Можем пройти и что-то интересное собрать. Нет, ничего интересного у нас нету. Ну хорошо, пойдем в ту сторону уже. Ух ты, жесть, что это такое? Как ты маленько даже мурашки по телу. Особенно если играть в эту игру в ночное время. Так, есть у нас трупик. И у нас есть новая пушка, друзья. Пушки наперевес. Это у нас ракетомет. Хо-хо-хо. Это то, что нужно. То, что нужно в Думе. Что это такое? Все нормально. На ком, интересно, проверить? У нас есть две пушки новые. И нужно на ком-то это дело все проверить. Всего лишь 5 ракет у нас есть. А вот наши первые жертвы, друзья. Ну что, да? Ух ты, да. Слушайте, реально, ракеты то, что нужно. Ну, всего лишь 5 снарядов. Хорошим взрывом. Хорошо, ждем ребят. У нас есть уже... Плазменная пушка, и можно проверить ее. На из... Ребят, проходим. Реально, не очень-то как-то эффективно это оружие. Хотя, скажу, ничего. Может как-то с спины зайти его. Он еще маленько дерется. Сейчас добьем его. Он готов. Ребята появляются и сразу гасим. Ох, какой взрыв-то. Там уже едва движение. Он готов. Что ты бегаешь возле меня? Добьем тебя. А это плазменное ружье довольно неплохое. Где-то сверху у нас было. По щам простыло. Так, еще. У нас две цели есть. Просто реально насквозь. Ух ты, жесть. Вот это довольно жестко. И у нас еще один монстр, только побольше уже.
У нас, в принципе, есть ракета. Ну-ка, где наша ракета? У нас два патрона всего лишь. Где наш носорог? Иди сюда уже поближе. Как маленький даже испугался, что ли он. Вот он бежит. Бежит к нам. Ух ты, жесть, как он быстро бежит к нам. Хороший выстрел, но остался живой. Сейчас добьем с помощью дробовичка. Довольно быстро его уничтожили. Он готов. Нам, походу, в ту сторону. У нас был огонек там. Остался последний и готов. Да, там был огонь, он потушился. Хорошо, соберем припасики и пойдем дальше. Осталось всего лишь 150 метров до первого фильтра. Я, походу, вижу гнездо отсюда. И всего лишь осталось 100 метров. Как-то слишком как-то оживленно. Вижу два гнезда. Да, конечно, мы их уничтожим. Там какое-то есть движение. Так, гнездо у нас находится сверху. Тут у нас делается все закрыто. Бочка нам пригодится при отступлении. Сколько их там? И все ко мне бегут. Хорошо, пускай ребята бегут. Надо сесть бочкам и будем использовать. Ух ты, жесть, как попало-то. Ну, ребят, подходим ближе. Это был, конечно, первый смертник. Хорошо, берем автомат. У нас есть, в принципе, ракеты. И используем уже все оружие. У нас реально очень много оружия. Ух ты, ребята. Вы практически готовы. Фу, сразу три цели и все готовы практически. Добьем уже. Готов. Обычный монстрик, можно просто в рукопашку уже, а он уже мертвый. Давай уничтожим гнездо. Это дело, конечно, мы просто обожаем. Так, ну что, понеслась потеха, у нас появляется снова монстры. Промахнулся. Ракетами, конечно, их. У нас снова носорог появляется. Эх ты жесть, у нас, в принципе, есть. Да, есть две ракеты, и можем использовать. Одна и вторая сразу же. Подходи чуть ближе. Патрончиков мне, конечно, для тебя не жалко. Нас маленько зажимает. Добьем его. Вот таким макаром. О, готов. Хорошо, ребят, подходим чуть ближе. У нас больше нет ракет, у нас есть, в принципе, автомат. Ох, жесть, он снова появился же. Нас реально уже маленько зажимает. Ну, хорошо, маленько уже. Ух, так нормально пошли. Мы уже просто на это в него полетели. Прям в углу уже. Там еще ребята. Как их слишком много. Хорошо, мы маленько отступаем в другую сторону. Я вижу, есть броник. Где мы, конечно, сейчас соберем. И ожидаем ребятишек. Готов. С одного выстрела практически. Вот так, мясо. Хорошо, идем в наступление. Куда залез-то? Ну, слышишь, присутствует сзади же. Вот так, в мясо. Готово, походу. Хорошо, у нас три отметки такие осталось. Мы пока что еще не добрались. А это что такое у нас, видимо, закрыто. Хорошо, идем по отметке. У нас всего лишь 63 метра осталось. Какой-то звук мне не очень-то не нравится. 20 метров до фильтра первого. И вот прям за дверью. Наш первый фильтр. Мы лишь временно отключаем башню. Вам нужно снять каждую линзу отдельно. Осторожно откройте защитный корпус. Я о том же подумал. Как это аккуратно. Нарушать производство. Так, и жизни. Давай-ка пополнимся и продолжим. Что там говоришь, мне, конечно, по барабану. Как и нашему главному герою. Парочку монстров. Их можно, в принципе, вот таким макаром просто уничтожить же. Он еще маленький дерется. Хо-хо. Ручонки оторвем твоей. Так, где его мы соберем и можем подняться наверх. Хотя у нас там закрыто. Хорошо, пойдем в другую сторону. У нас первый фильтр готов. И осталось два штучки. 100 метров. Вон, видимо, в ту сторону нужно идти. Так, есть проходик. Пополнимся и вперед. Так, вижу сверху. Готов. Нет, живой еще остался. Как хорошо усел стал. Ребят появляется и сразу получает хедшотик. Давай-ка в рукопашку его. Один остался патрончик. Интересно, кому он достанется? Походу достался тебе. Хо, все-таки хороший выстрел был. Так, вижу, из жизни. Жизни, в принципе, мне не нужны. Но можно пополнить. Хотя нам нечего было пополнять. Так, осталось 30 метров. Нам нужно подняться наверх, наверное. Так, хорошо, пойдем с другой стороны. Если не сможем. Ну-ка, давай-ка наверх.
И прям сюда. Так, нужно еще выше. А осталось 40 метров. Практически добрались. Ух, жесть. Сколько их монстров здесь у нас. Хорошо, выходим и всех уничтожаем. Но сперва нужно, конечно, уничтожить гнездо. Но, ребята, охраняйте, походу. Ох, охраняйте. Паши ракет нужно использовать, конечно, еще и гранатки. Ух ты, жесть. Сколько как-то появилось сразу же. И все против меня, что ли? Паши ракет, конечно, очень много местечка, где можно развернуть все это дело. А вижу, есть припасики. Есть припасики, сейчас соберем. Тут реально довольно сложно промахнуться, потому что их очень много. Хо-хо. Кидай гранатку. Хороший взрыв был. Так, можно его добить даже. Его уже где можно добить. Сколько их тут? У меня очень много жизни. Ну-ка, откройся двери. Что у нас тут есть? У нас тут патрончиков нету. Жизнь нету. Ох, куда появился? Откуда ты взялся? Готов, давай добьем. У него будет жизнь. Где твои жизни? Есть 50%. Ребята зашли прям ко мне на огонек. Вот таким макаром. Готово. Одного и второго. Там есть еще. Там и... Сколько их тыло? Давай, заходи, не стесняйся. Идем в атаку уже, реально. Нам уже ничего не помеха. Так, сколько это живучий-то? Наконец, добьем его. В одном проходнике реально уже количество не имеет значения. Спартанская стратегия. О, как его жестко уничтожил. Походу и все. Это было просто гнездо. Это даже был не фильтр. У нас есть проходик вон туда. Да, нам, видимо, нужно в ту место. Хорошо, обыщем то, что у нас есть здесь, и уже пойдем дальше. Там бочки, которые не взорвал, у нас мало припасиков. Что у нас тут довольно интересно есть? Здесь мы проходили и прошли в другой стороны. У нас есть какая-то дверь. Ну-ка посмотрим. О, есть припасики. Ну-ка откроемся. Окейшки забрали. У нас есть две отметки, осталось два фильтра. Здесь мы уже не пройдем. Здесь у нас просто тупик и были припасы. У нас, вижу, новое испытание сверху. Нужно как-то его все-таки добраться до него. Интересно, а как до него добраться-то? Из какого места? Ну-ка, давай наверх. Я даже не знаю, сможем добраться? Нет, не сможем. Мне все-таки хочется посмотреть на это испытание и найти проход наверх. Ух, нет, смогли забраться. Уничтожьте 30 бочек за определенное время. 30 бочек и 2 секунды в плюсе за одну бочку. Ну хорошо, друзья, посмотрим, как получится. Нам всего лишь даются 2 секунды на одну бочку. Пойдем по порядочку. Можно же издалека просто на одном месте поставить. Хотя придется нам все-таки подвигаться маленько. Так, хорошо, пойдем в другую сторону. Вижу бочку. У нас осталось 6 секунд. Ну, в принципе, так и осталось. Пока что успеваем по 2 секунды реально. Осталось сколько бочек, даже не вижу. 20 уничтожили, и осталось буквально 10 штучек осталось. Успеваем, мне кажется, мы реально успеваем. Так, осталось 4 бочки. Одна бочка, вижу, нам подмечают даже. Это довольно удобно. И последняя бочка. Было интересное испытание, и теперь наш демон будет находиться под кайфом гораздо дольше. Хорошо, осталось 30 метров, мы уже спокойно дойдем и уничтожим второй фильтр. Вот наш фильтр. Прекратите. Без фильтров используйте. Давай же наступай. Ада невозможно. Не слушай его. О да. Вы не представляете, насколько... Припасиков нету. Хорошо, выходим. Осталось 200 метров. Это идеальный и неисчерпаемый. Какие-то летающие дроны перемещают ящики. Интересно, куда он полетел? Походу, куда-то вниз. Ну-ка посмотрим, куда, интересно, это приведет. Ух, мы, походу, там были уже, друзья. Хорошо, нужно отправляться в другую сторону. У нас есть припасики. Давненько не использовал бензопилу. Так, походу, какая-то дверь. А вот дверь вспомнил. И у нас 200 метров остается до последнего фильтра. Сейчас на ком-то нужно будет проверить еще раз нашу бензопилу. Маленько даже почистилась от кровушки. Так, осталось 70 метров. Мы практически дошли уже. Давай-ка на ту сторону. О, привет. Куда направляешься? Какой хороший был прыжок.
Так, припасики мне не нужны. У нас всего довольно много. Так, ну что, осталось всего лишь... Ух, там есть у нас гнездо. Есть гнездо, и осталось всего лишь 20 метров. Хорошо, у нас есть ракеты. Мы готовы, конечно, всех уничтожить. Как-то очень даже тихо, скажу. Обнаружен прорыв демонов. Прорыв демонов. Ну что, ожидается демоны, конечно же. Так, вижу демонов. Берем уже, конечно, ракетам. И понеслась, потеха. С двумя ракетами. Хороший выстрел. Тут они реально не пройдут по этому коридору. Так, ну-ка давай-ка ракеткам его. Как-то он слишком далеко сберет. Можно было добить его так уже. По этому мостику он реально не пройдет. Куда пошел-то? Прям в спину. Хо-хо. Готов. Это и все. Нет, походу ребята остались. Вижу движение. Пошли ракеты. Довольно умная ракета. Так, наша цель есть. Бензопила уже в действии. Дробовичком как гасит нас. Вот так уже пополам его. Так, где-то сверху у нас. Сейчас будет хороший бабах. Где наша ракета? Одна ракета убегает куда-то. Тебе в рукопашку, конечно. Хорошо, идем в атаку уже. Ему нужно уничтожить гнездо. Давай-ка гнездо уничтожим. Он практически готов, нужно добивать его. Теперь готов. Маленько позлим монстров. Кто передо мной прям стоит? Ракетами, конечно. Хо-хо. Вот это было жарко. Готов. Давай-ка давай наверх. Вот таким макаром. Ух ты, жесть. Пролетели-ка. Это что такое? Ускорение? Ну, давай-ка ускоримся. Нужно по-быстрому эту монстра уничтожить, пока у нас есть ускорение. Сейчас по-быстренькому уничтожим. Довольно интересный артефакт. Нам нужна бочка. Он прям по бочке, походу, рванул. Хо-хо. Прям со спины. Какой живуч-то. И уничтожим же. Ускорение еще есть, так что... Нет, друзья, больше его нету. И монстров, походу, больше... Нет, есть еще монстры наш. Перепрыгнем. И подойдем чуть ближе. У нас есть Гренка. Пошла Гренка прям к вам. Ух ты, жесть. Можно добить его. Сейчас готов будет. Он готов. Так, сверху. Где наша ракета? Давай ракетами прямо его. Какой прыгучий-то. Добивай уже. Готов. Хороший был выстрел. Подойдем чуть поближе. Есть бочка. Ух ты, да. Он готов. Так, ну что у нас? В принципе, все готово. Только осталось парочку монстров еще. Как-то еще музыка играет. Значит, у нас есть еще монстры. А он, вижу, сверху есть. Ну-ка, где наши ракеты? Слишком у нас много уже оружия. А вот наши ракеты. И сейчас посмотрим, как с помощью одной ракеты мы можем уничтожить этого монстра. Ну, практически уничтожили. Так, нужно добить его, и все. Это был последний. Хорошо, осталось 50 метров. И наш фильтр будет уничтожен. Так, соберем патрончики. У нас есть... А мы взяли пастики. Уничтожим последний фильтр. Ну что, выходим, у нас 200 метров. Ох, есть припасики. Это дело мы, конечно, соберем. Пополнили по максимуму. И у нас есть жизни. Ну-ка, пополним тоже жизни. И уже отправимся дальше. Ох, 100%. Какой кайф. Это кто такая? Ух, какие крики-то. Просто реально встретишь сразу хедшотиком. Ну-ка, давай-ка наверх. У нас получается новый монстр. Ну-ка, ракетами его. Ракетами... Там есть еще ребята, сколько их, ну-ка добивай сразу же его. Давай ракетами его. Ух, наверх и может пролететь вот так. Вот довольно эффективно. Эффектно. А где наша женщина? Реально какие-то женские крики. Давай добивай ее, можно ракетами, конечно. Нужно ракетами, где она? Пошла одна ракета, как-то очень быстро перемещается. Ракета не успевает долетать даже. Пошла еще одна ракетка. Да что ж такое-то, реально очень много монстров. У нас не так много припасов-то. Осталось еще 11 ракет. Походу уже нового монстра мы уничтожили. Так, добьем тебя. Вот так, готов. Ну-ка, пролетим красиво. Пролетим эффективно. Где наш женский персонаж? Паша ракетка. Уж жесть. Ну-ка, вручную уже. Как же ее все-таки уничтожить, как она очень быстро перемещается. Ну, быстрее, прямо об землю. Вот таким макаром. Так, хорошо, берем дробовичок. Даже не знаю, что убрать против такого монстра-то, демона. Ну-ка, добей ее. Ух ты, да. Это реально какой-то женский персонаж. Призыватель.
Ну, вроде же были женские крики. Хорошо, у нас осталось всего лишь парочку монстров обычных. Вот таким макаром уже их уничтожим. И отправляемся дальше. Есть ракета. Большой бабах будет. Успею убежать. Нет, никуда не денется. Так, в рукопашку уже. Вот таким. Готов, походу. И это был последний. Так, дверь открывается, и мы идем. Осталось 200 метров. Нам осталось только отключить башню, и все, друзья. О, походу, нам на самом верх. Вижу даже гнездо там. Так, хорошо, нужно подняться выше. И вот, кажется, здесь проходик есть. Так, 150 метров. Нужно подняться на башню и отключить ее. Так, хорошо, давайте пройдем. Надеюсь, все верно, мы идем. Здесь мы не пройдем. О, аккуратненько. Осталось 160 метров. Тут у нас был фильтр. Не нужно найти отключение башни. Так, тут у нас есть проходик. Ну-ка, пройдем. Да, у нас там есть гнездо. И, походу, мне именно туда нужно идти сейчас. 80 метров. Да, открылась дверь. Помню, дверь была закрыта у нас. Хорошо, берем припасики. И эта дверь у нас была закрыта. Теперь, друзья, она открыта. Но наши монстры, хорошо, у нас, в принципе, есть первый выстрел, и он будет довольно грамотный. Походу, промахнулись. Хо-хо. Хорошо, ребята, встречаем довольно жарко их. Просто реально с мяском. Ох, да, патронов довольно много на этой ракетнице. Обычных монстров довольно быстро уничтожим. Хорошо, уничтожаем гнездо уже и маленько пазлим ребятишек. Ребята, давайте поближе подходите. Сейчас будет месиво. Так, полюснул носорог прямо перед нами. Дробовичком прямо перед ним. Готов. Давай добьем его просто его. Заберем его жизни и отправляемся дальше. Ох, жесть, но у нас крикунья. Жесть, ну-ка, секундочку, нужно взять ракету. Либо автомат. Пашет ракета, сверху меня еще прессует. Как много тут. Обалдеть. Прям передо мной, ты наш крикунья-то. Нам нужны жизни. Мне нужны побольше жизни. Это что такое? Ну-ка, заберем. Это дело мы заберем. Реально у нас артефакт. Ну-ка, друзья, посмотрим. Ух ты, да, вот это мне сила. Вот это, понимаю, артефакт. Ну-ка, иди сюда. Просто реально в рукопашку уже. Кого ты пуляешь-то? Я нахожусь с другой стороны. Хо-хо. Больше, кажется, никого не вижу. Мне нужно больше монстров. А, походу, их больше нету. Очки лучше не оружие. Да, давненько не прокачивались, и уже пора прокачаться. Что у нас есть? Ох, какая карта. Мне карта не нужна, я, в принципе, и так все вижу, куда идти. Так, у нас есть сканер, у нас два жетона, ох, можно прокачаться. Давайте прокачаемся. И готово. Нужна прокачка оружия. Так, а мне нужно оружие. Так, у нас есть прокачка. Ох, 9 жетончиков, это довольно найс. Хорошо, у нас довольно много оружия, можно прокачать, что у нас есть. Тут дело закрыто. Это у нас плазмина, это у нас автомат, микроракеты. И у нас еще не открыта новая функция. Так, у нас припасики, улучшение перезарядки. Ну, давайте сделаем. Хотя хотел прокачать дробовичок. Тут у нас дело все тут закрыто. Хорошо, прокачаем то, что есть. Быстрый огонь, микроракеты и шквал огня. Ну-ка возьмем, нужно микроракеты и побольше взрыв сделаем. Так, есть еще 3 жетончика. Потом нужно 5 жетонов. Так, быстрый огонь. Ну, давай-ка тоже прокачаем. В принципе, все у нас по нулям. Хорошо, выходим, и уже осталось 60 метров до отметки. Ну, пойдем дальше. Так, где мы соберем? Эти жетончики нам как раз нужны будут. Помните, 12-й совет девятерых следит. А вот пункт отключения уже. Ну что, пора уже. Если вы хотите остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. И агент энергии в Солнечной системе больше не будет. Мы вернемся к тому, с чего начинали. Давай же, смелее. Ворота в ад мы отключили. Что мы делали? Оливия еще жива. Я засек ее в аргент башни. Она сняла один из аккумуляторов в основании башни. Он обладает уникальной энергетической сигнатурой, которую можно отследить. Давай же найдем ее. Открывай что двери ж, и идем искать ее. Так значит, ничего не поделать.
Да, двери открылись, и мы идем дальше.